Рада приветствовать вас на своем канале и в своем саду, зимнем таком, заснеженном. Давайте мечтать вместе и вспомним немножко солнца и лета. Захотела сегодня снова рассказать вам про розу. На этот раз это шедевральная красавица. Обзор розы Роберто Капуччи, итальянка селекции Барни в 2000 году. Сразу хочу сказать, что роза неоднозначная. Не всем нравятся рослые, большие, чайно-гибридные розы. Но у меня это отдельная любовь. Я люблю бокал классической формы, большой. Как раз то, что я хочу. Роза Роберто Капуччи сразу же после селекции заняла первое место на выставке «Золотую медаль» Monza Silver Medial в 2000 году. За свои невероятно огромные жемчужные цветы. Жемчужно-розовые переливы от нежно-кремового, а в центре жемчужные вот такие. Это ее цветение сентябрь 2022 год. Характеристики можете посмотреть. Из-за того, что роза рослая, я предлагаю вам посадить в ноги ей вот такую розу аспирин. Будет очень красиво прикрывать неприглядные места. В моем саду она выросла очень большой. Заявлено 1,20 м, 1,5 м, у меня она почти 1,80 м. Чтобы ее понюхать, приходится или наклонять ветку с цветком, или вставать на цыпочки, чтобы вот это снять ее цветы. Мне подымалась руку с камерой и пыталась вам показать цветок. К сожалению, первое цветение, где цветы были прямо огромные, больше ладони. Написано 15, но у меня были больше. И очень много. У меня не получилось, потому что канал я начала вести в сентябре. И вот эта съемка конец сентября. А на самом деле она зацветает одной из самых первых роз в саду. Очень ароматная. Запах стоит. Еще остальные розочки только думают. А она уже вовсю цветет и пахнет. Из-за того, что рослые и относительно узкие кусты, у меня в этом месте посажено 3 куста. Из-за этого создается впечатление большого объема. Ну, можно и одну посадить, а вокруг, допустим, ту же бриозу, тоже селекция Барни, кстати. Итальянки вообще, я так заметила, что очень нравятся мне. И по форме цветка, и потому что очень долго держит цветок. Роберто Капуччи свои цветы держит до 10 дней. Сама роза названа в честь известного модельера и входит в сортосерию Тоскана. То есть селекционер объединил розы по невероятным характеристикам: запах, форма цветка, в серию Тоскана. Можно посмотреть в интернете все розы из этой серии. На сегодняшний день все розы Тоскана являются самыми душистыми. Несмотря на то, что Роберто Капуччи южанка, я даже и не думала, что она так отлично перезимует. Я ее, честно говоря, забыла укрыть просто еловым лапником. Закидала сверху,
Снег ее замел. Так она у меня и зимовала. Ей вот это второй год этим кустиком. И вышли прекрасно из зимы все три куста. Обрезала я примерно сантиметров на 40. Кусты мощные. Оставила 40 сантиметров и перезимовала отлично. Для парадного места, на мой взгляд, это одна из лучших роз. Единственное, ей в ноги надо что-то посадить, чтобы вот эти голенастые кусты, видите, высокие такие, не смотрелись куца. Опять же, повторяюсь, розу аспирин предлагаю я. У нее тоже центр цветка жемчужно-розовый, и они будут немножко как перекликаться. Если, конечно, вам нравятся больше кругленькие кустики флорибунды, то это не ваш цветок. Хотя роз в саду мало не бывает. Очаровательная итальянка. Подписывайтесь на наш канал, еще будет много интересного.